Здравствуйте, в эфире канала «Россия-24», итоговая информационная программа «События недели». На этой неделе в Карачаево-Черкесию посетила делегация из Турции, руководство Федерации Кавказских ассоциаций. Встреча прошла в Доме правительства. От имени главы республики Рашида Тимрезова гостей поприветствовал председатель правительства Мурат Аргунов. Затем презентовали достижения Карачаево-Черкесии. На встрече отметили эффективность взаимодействия республики с КАФЭД и роль черкесской диаспоры в этом сотрудничестве, в укреплении связи России и Турции. Отмечено, что черкесская диаспора Турции с большим уважением относится ко всему, что происходит на исторической родине, радуется ее достижениям и успехам, всегда готова внести посильный вклад в расширение уже налаженных контактов. Также подняли вопросы укрепления связей, сохранения языка, международного молодежного обмена. Народов нашей республики общая история, общие обычаи, традиции, которые из поколения в поколение передали наши предки. И сегодня государство и общественно-национальные движения проводят колоссальную работу для сохранения языков, культур, обычаев на территории нашей республики. И как я говорил, на всех 5 национальностей у нас в регионе выходят школьные книги, ведутся школьные уроки, выходят журналы и газеты, выходят телерадиопередачи. Традиционно в день рождения имениннику дарят подарки, а герой нашего следующего сюжета Тохтар Байрамуков свой 90-летний юбилей сам сделал подарок школе Аула Гюрюльдевик, сертификат на 200 тысяч рублей. Почтенный аксакал – один из самых узнаваемых и уважаемых старцев Карачаево-Черкесии. Он не меценат, не миллионер, а обычный гражданин, который всю жизнь трудился в силу возможностей, помогающий людям. О юбиляре и торжествах в его честь Мадина Каракетова. В свои 90 он еще полон сил и жизненных планов. Глаза горят так же, как и в 24 года, когда Тохтар Хаджи Байрамуков создал семью и строил грандиозные планы на жизнь. В честь юбилея почтенного аксакала в аульской школе организовали настоящее торжество. Весь цвет из Джигутинского района собрался, чтобы поздравить Тохтара Хаджи. Прибыли представители общественных организаций, фондов, представители духовенства. Множество теплых пожеланий прозвучало в этот день в адрес юбиляра от односельчан и гостей. И каждый в своем выступлении отмечал большой вклад Тохтара Хаджи Байрамукова в развитии родного аула, в поддержку национальных и духовных ценностей. Человек, который вложил очень много труда в общественные работы, вот, и решением главы администрации и главы поселения нашего района, ему присуждено звание почетного гражданина аула Гюрюльдевик. Решение провести торжественное мероприятие в аульской школе было принято неспроста. Тохтар Хаджи Байрамуков – сторонник образования и всестороннего развития подрастающих поколений. И сегодня, и тогда помогал молодым школьникам, которые воспитываются, талантливым детям. И оказывает всегда и материальную, и моральную помощь. И, как видите, он и сегодня, когда ему 90 лет, и сегодня продолжает помогать нашему народу, детям, молодежи. Вот и в юбилей Тохтара Хаджи в ответ на такое внимание и уважение, проявленные к его отцу, сын юбиляра Магомед Байрамуков подарил школе от имени отца сертификат на 200 тысяч рублей. Учащиеся и преподаватели организовали праздничную концертную программу, а дома Тохтара Хаджи Байрамукова с угощениями и поздравлениями ждали многочисленные родственники и соседи. Я благодарю всех, кто пришел сегодня навестить меня, и хочу пожелать нашей великой стране процветания и благополучия, устойчивости всем внутренним и внешним угрозам. Желаю, чтобы справедливость восторжествовала, и матери, чьи сыновья с честью выполняют свои обязательства, вновь обняли их, живых и здоровых. Пусть Всевышний оберегает каждого из вас. Многим людям помог Тохтар Байрамуков. В его лексиконе отсутствует слова «нет», рассказывают соседи и друзья юбиляра. Одно из важных дел, которые возвели его в глазах аульчан, — строительство мечети. Верующие испытывали большие неудобства при необходимости совершать пятничные и праздничные коллективные намазы. Тохтар Байрамуков стал первым, кто поднял этот вопрос, обошел всевозможные и невозможные инстанции, пока не добился строительства духовного сооружения. Мы очень долго и тщательно выбирали подходящее для строительства мечети место. Каждый житель аула с удовольствием готов был предоставить свой участок земли. В итоге мы выбрали место, где в стародавние времена была мечеть. Но теперь эта земля принадлежала нашему аульчанину,
Ахья Уртенову. К нашей просьбе он отнесся с уважением и беспрекословно разрешил возвести на своем участке мечеть. Более того, большинство местных жителей по мере строительства оказывали посильную материальную помощь. Были такие, что стали отдавать свою пенсию. Вот так. Усилиями селян мы и построили нашу мечеть. А сам при нем остался служить муэдзином, трижды совершил хадж в святыню мусульман Мекку. За свои богоугодные деяния Тохтар Хаджи Байрамуков не раз был награжден благодарственными адресами и медалями. Сегодня юбиляр выполняет не менее важные обязанности дедушки и прадедушки. У Тохтара Хаджи 38 внуков и 21 правнук. Будьте такими же достойными людьми, как и ваш благородный дедушка, желают детям при встрече от насельчане и знакомой семьи Байрамуковых. Мадина Каракетова, Медина Джанкюзова, Михак Аракелян, Вести Карачаева. Карачаево-Черкесия, Узжигутинский район. В Карачаево-Черкесии совершился конный переход, посвященный Дню возрождения карачаевского народа. О красивейших и труднодоступных местах Карачаево-Черкесии, которые преодолевают всадники на лошадях карачаевской породы, Алла Качиева. Высокогорный перевал Гумбаши. Вид с плато фантастически красив. Здесь взору открываются характерные двуглавые вершины горы, покрытые вечными снегами. Визитная карточка Северного Кавказа. Ослепительный Эльбрус. Вдохновленные природной красотой, чистым горным воздухом, отдохнувшие и набравшиеся сил участники конного перехода отправляются дальше. Путь предстоит долгий. Во второй день конного перехода всадникам на лошадях карачаевской породы нужно преодолеть около 60 километров. Гумбаши Худес. Несмотря на потрясающие виды окрестностей, сам маршрут не самый обустроенный. Скалистая местность меняется густым лесом, небольшими озерами и речушками с ледниковой водой. Лошади карачаевской породы с легкостью преодолевают природные препятствия, ведь их отличительной чертой являются неприхотливость, работоспособность, хорошая координация движений, крепкая конституция, устойчивость к различным заболеваниям и выносливость. А это знаменитые царские ворота, через которые проходят участники конного перехода. Скальный массив высотой около 100 метров с огромным прорубленным проходом в верхней части внешне напоминает монументальные царские врата. Отсюда и название. Дальше мост исполинских размеров. Стартовая точка для подъема к озеру Хурлакюль, одного из древнейших на Земле, как считают ученые. Впереди Чучхурские водопады и, наконец, ущелье Худес. На этом живописном месте остаются ночевать участники конного пробега во второй день. А уже сегодня, в третий день конного перехода, посвященного Дню возрождения карачаевского народа, участники без потерь финишировали в Учкулане. 20 апреля в субботу в высокогорном ауле Большого Карачая состоится праздник, в ходе которого выберут лучших жеребцов карачаевской породы для дальнейшего их разведения. Делегацию на всем пути сопровождает Анна Михайлова из Ставропольского края. Любительница лошадей карачаевской породы фиксирует передвижение конников и любезно предоставила некоторые видео съемочной группе «Вестей». Алла Качиева, Либастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Подробно о финале конного перехода мы расскажем в понедельник в наших информационных выпусках. Передвижная выставка «Рерихи и Кавказ». Также работы молодой художницы, дизайнера и педагога Лейлы Шуковой. Сразу две выставки открылись в картинной галерее музея-заповедника с экспозицией «Репортаж» Аллы Динаевой. Выставка «Рерихи и Кавказ» – это совместная работа Санкт-Петербургского государственного музея Института семьи Рерихов и Пятигорского краеведческого музея. И посвящена она 105-летию посещения кавказских минеральных вод Николаем Рерихом. Летом 1913 года художник и мыслитель Николай Рерих впервые оказался на земле Кавказа, курортного региона Кавказских минеральных вод и его лучшего города, курорта Кисловодска. О выдающемся художнике, который является яркой фигурой русского символизма и модерна, философе, писателе, археологе и путешественнике Николае Рерихе, собравшимся, рассказал заслуженный художник Карачаево-Черкесии Мухаммед Хахандуков. Он известен тем, что поехал исследовать Тибет. Там он столкнулся с этими монахами и понял, что там древнейшие знания о древних цивилизациях. Он начал это исследовать и написал несколько больших книг.
облака, единоборства, эти и другие репродукции впечатляют. Выставочный проект «Рерихи и Кавказ» состоит из 5 разделов, каждый из которых открывают информационные баннеры. Красоту мира через восприятие молодой художницы, дизайнера и педагога Лейлы Шуковой можно посмотреть во втором и третьем залах картинной галереи. Они у меня в разных техниках, в разных жанрах. В основном я рисую пейзажи, и я их рисую сухой пастелью, иногда акрилом. Картинная галерея – это первая выставка. До этого я проводила свою первую выставку при институте на втором курсе. Это было в библиотечном центре, а вторую выставку я провела в прошлом месяце, а уже тоже в академии на первом этаже, вот на факультете дизайна искусств. 47 работ Лейлы Шуковой, выполненные в разных техниках и жанрах, представлены в 2 залах картинной галереи. Я хочу поздравить молодую художницу с дебютом, с неплохим дебютом. Она занимается дизайном, она занимается живописью, графикой. Это прекрасно. Любое творчество – это прекрасно. Хочется ей пожелать всего самого доброго и дальнейших творческих успехов. Выставку «Рерихи и Кавказ» и работы Лейлы Шуковой можно посмотреть до 2 мая. Алла Динаева, Михаил Каракелян, «Вести», Карачаево-Черкесия. Более 200 человек собрал конкурс ансамблевого и оркестрового исполнительства. Его провели в первой детской школе искусств. Мероприятие ориентировано на выявление профессионально перспективных учащихся, определение уровней подготовки, как важно слушать и взаимодействовать с другими музыкантами и как дети оценивают себя, предпочтения и насколько крепка любовь к музыке, узнавала Альбина Ламкова. Звук завораживает, а исполнение впечатляет. Школа искусств «Черкесска» в день конкурса собрала самых талантливых детей. Они показали блестящую технику и виртуозную игру на музыкальных инструментах. И на басу я играю. Да? Я везде. Человек-швейцарский нож. Да, у нас там в школе есть такая наша маленькая рок-группа. Для Полины Писаренко тяжелый рок для души, как и народная музыка. Энергии много, ее нужно выплеснуть. Классика же заставляет вникать и осмысливать суть произведения, говорит Полина. Но одно другому не мешает. Каждому выступлению участники оркестра народных инструментов «Карусель» подходят ответственно. Очень много у нас было репетиций, но, надеюсь, все наши силы будут оправданы, и мы победим. Не волнуюсь нет, перед каждым выступлением, готовлюсь хорошо. И, в принципе, доволен. Я 5 лет занимаюсь гитарой, и получается 3-4 года на балалайке. Я все наизусть знаю, оба песни мне нравятся по-своему. А какие песни? «Сельские зори» и «Выйду на улицу, играю». Воспитанники из Зеленчукской школы искусств получили на конкурсе гран-при. Руководит дружная команда ребят и обучает их игре на народных инструментах Иван Харибов. Он говорит, что с каждым ребенком нужно работать, как с будущим лауреатом. Предметы баян, домра, балалайка, гитара, а также оркестр русских народных инструментов. Отец был, это любитель. Он играл на баяне, и вот он мне эту вашу любовь как передал. Любимое дело отца Ивана Федоровича стало для него профессией. И другой преподаватель, но уже из детской школы искусств микрорайона Московского, солист Турклиев старается быть достойным своего папы. Его отец Ильяс Турклиев был заслуженным учителем республики. Солист Ильясович считает, что конкурс служит раскрытию творческого потенциала молодых музыкантов. Республиканский конкурс народного исполнительства – замечательный праздник. Он проводится у нас раз в 3 года. Мы стараемся регулярно принимать участие. Такие мероприятия очень сильно мотивируют ребят играть лучше, заниматься дома. Познать секреты мастерства игры на гитаре легко, если руководитель – солист Турклиев, говорят о нем ученики. Я участвую в конкурсах. Это вот эмоции дает хорошее настроение, уверенность в себе. Вот. Любимые песни на гитаре – это «Цыганский». Они мне получаются прям очень хорошо. Петь я не люблю. Вначале хотел вообще заниматься по фортепиано, но как-то не срослось, и я выбрал гитару. Ну, к конкурсу мы подготовлены даже очень хорошо, так как в первом туре заняли мы 1-е место. В этом, наверное, мы тоже 1-е место займем.
Артема интуиция не подвела. Ребята заняли первое место, а программы выступающих отличались сложностью и разнообразием, в чем большая заслуга преподавателей. Приветствовал конкурсантов министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Я думаю, что приятно его проводить в этом зале. Прямо сейчас в двух идет ремонт. Будет продолжаться эта работа. Сейчас нацпроект культуры перезапускается. Но самое главное, чтобы были педагоги и чтобы была любовь к музыке у детей. Поэтому спасибо, ребята, вам за то, что в этом участвуете. Вы еще даже не представляете, как это вам в жизни потом поможет, когда вы вырастете. Неважно, кем вы будете работать, чем вы будете заниматься, но то, что у вас в жизни будет музыка, всю жизнь будет делать вас счастливым. Конкурс ансамблевого и оркестрового исполнительства получился отличным. Дети показали высокий уровень подготовки, любовь и желание молодых музыкантов заниматься творчеством. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия. Когда Горянка в круг выходит и только руки разведет, со стройным станом ее спорят вершины гор и птиц полет. Чувствовать ритм этнических мелодий и виртуозно воплощать его в движениях девушки из ансамбля народных танцев «Дочери нартов» умеют профессионально, чем и радуют своих зрителей, а мастерство исполнения помогает достичь все новых и новых высот в мире танца. Фатима Даурова побывала на одной из репетиций девичьего ансамбля и получила эстетическое удовольствие от увиденного. Овладеть уникальной техникой и стилем, освоить основы и продвинутые элементы кавказских танцев, придавая каждому движению глубокий смысл и эмоциональное насыщение. Вот к чему стремятся и хореограф, и ее подопечные. Юлия Даурова, руководитель ансамбля, из числа строгих наставников, для которых важен конечный результат. Но между тем она еще и друг-вдохновитель, умеющий настроить девочек на нужный победный лад. Она всегда нас поддерживала во всем. Она меня растила. Я очень долго занимаюсь у нее. И я очень люблю ее. Мы все ее очень любим, уважаем и ценим. Она всегда помогала нам во всем. Она и ругает, и поддержит всегда. Она делала все и делает. Победы одна за другой пополняют историю достижений молодого танцевального коллектива. Последний из них – это безоговорочное звание чемпиона в России в чемпионате по народным танцам, который прошел в марте этого года в Москве. Преподаватели радуют, они, конечно, очень сильно. Каждая их победа, естественно, я считаю, это моя победа. Это победа наших родителей, которые нас полностью всегда поддерживают. От А до Я все для них делают, для выездов все делают. И их успехи, успехи детей – это наши успехи. Все вместе мы добиваемся того, чего хотим. В репертуаре ансамбля танцы всех народов Северного Кавказа и Закавказья. Манера исполнения, характер девичьих партий в парных танцах искусно интерпретированы хореографом и воплощены в сценических вариантах. Эти постановки роднит идея воспеть красоту кавказских девушек, но характер исполнения отличается. В каждом из танцев отражены уклад жизни женщины и отношение к окружающему миру. Некоторые отличаются игривостью, темпом, волевым порывистым характером девушек, живущих в горах. А иные неспешностью движений, плавностью линии, размеренностью и подчеркнуто медленным ходом и изяществом. Но во всех композициях искусно сочетаются эмоциональность и грация, страстность и сдержанность. Фатима Дорова, Белла Мамхягова, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Юные спортсмены Карачаева-Черкесии стали чемпионами и призерами чемпионата России по тэквондо, который проходил в Самаре. Ребята тренируются в спортивном клубе «Дикая дивизия» под руководством чемпиона мира Руслана Хутова. О том, как готовились к соревнованиям и как проходят тренировки, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Мастерски выверенные удары, гибкость и выносливость демонстрируют юные воспитанники клуба «Дикая дивизия».
Тренер юных таэквондистов, чемпион мира Руслан Хутов обращает особое внимание не только физической подготовке спортсменов, но и духовному состоянию. Совсем недавно 6 ребят стали чемпионами и призерами чемпионата России. Показав стойкость и мастерство, благодаря хорошей подготовке нам удалось завоевать призовые места, отмечает тренер Руслан Хутов. Воспитанники клуба «Дикая дивизия». В составе 6 человек мы поехали в город Самару, выступили очень достойно. И чемпионы России, и призеры есть. Но шикарный результат, я доволен вполне. Ну, бои все красочные были, по крайней мере, наши дети хорошо выступили. На уровне, так скажем, задали хороший темп соперникам своим. Переживания были только за проходной бой, чтобы не слететь. Но все хорошо. Каждый удар нужно вкладываться, и что важно, выполнять наставления тренера. Воспитанники клуба «Дикая дивизия» упорно тренируются, обращая особое внимание на кондицию, оттачивая приемы. Одержать победу в чемпионате нам удалось благодаря серьезным тренировкам и, конечно же, победному настрою. Чуть был мандраж, ну, сразу это всегда у всех есть. Я старался выиграть. Ну, уже как получилось второе. Вот когда готовил тренер, на что внимание обращал? На какие техники и так далее? Ну, больше в связках работать. Там нога, рука. Ну, и так повторять больше. Данил Синьков достойно вышел в финал и в жесткой схватке одержал победу и стал чемпионом России. Юный боец отмечает, чтобы одержать победу, необходимо прислушаться к советам тренера. И главное, не сдаваться. Было нормально. Немного сложно. Подготовка тренера была очень усердной и сильной и взволнованной. Я хочу поблагодарить своего тренера за усердные тренировки, за хорошее отношение и, в частности, за уважение. Ребята продолжают усердно тренироваться и готовятся уже к следующим соревнованиям. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Донбайе прошло соревнование по горнолыжному спорту, посвященное 61-й годовщине органов предварительного следствия МВД России. В открытом первенстве приняли участие юноши и девушки из Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В первый день юные спортсмены состязались в дисциплине слалом-гигант, а во второй – слалом. Для проведения первенства был выбран склон в Донбайе на высоте 2500 метров. Трассы подготовили в соответствии с требованиями Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. По итогам слалом-гиганта в возрастной группе до 14 лет победу одержали среди девушек Альмия Исикуева, среди юношей Амирлан Акбаев. До 16 лет в этой же дисциплине лучшие результаты показали Амина Байрамукова, Али Кипкеев. Все победители из Тиберды. А в слаломе до 14 лет лучшими стали Алия Узденова, Амирлан Акбаев, а до 16 лет Амина Байрамукова и Абубакир Балаев. Победителей и призеров каждой из дисциплин наградили грамотами и медалями. От имени министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Владимира Нефедова, главному организатору соревнований, руководителю Республиканской спортивной школы по зимним видам спорта Расулу Абайханову, тренерам команд и судьям вручили благодарности за пропаганду спорта и здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и создание положительного образа сотрудника органов внутренних дел России. Трасса очень шикарная для детей, перепад, все в соответствии, шикарная трасса. Большое спасибо Федерации горнолыжной школе, которая нас пригласила на высшем уровне провели соревнования. Спасибо огромное тренерам, директору школы. Благодарим наших коллег, поздравляем их с профессиональным праздником, 61-я годовщина органов предварительного следствия МВД России. Желаем им дальнейших успехов в работе и в жизни. Несомненно, это пропаганда и здорового образа жизни, и безопасности, и в семье, и в обществе. И, конечно же, нам надо всем стремиться к взаимопониманию, сотрудничеству, чтобы в дальнейшем наша жизнь стала лучше и безопаснее. Наши ребята сегодня показали очень хороший результат. Мы очень довольны, потому что ребята с Кабардино-Балкарии, они наши постоянные соперники, скажем так, да, именно в спортивном плане. Вот. Но наши ребята сегодня показали уровень.
очень высокий. Что касается разрядов, большинство из них имеют спортивные разряды, юношеские и взрослые спортивные разряды. Хотелось бы выразить благодарность Министерству спорта Карачаево-Черкесской Республики и лично министру Узденову Рашиду Юсуфовичу за содействие, за помощь, за постоянную помощь нашей школе. И вот все это происходит благодаря содействию Минспорта и благодаря содействию Центра развития дополнительного образования одаренных детей «Спутник». Мы с ними тоже очень плотно сотрудничаем, работаем. И вот часть снаряжения, которое у нас на сегодняшний день имеется, это снаряжение, выделенное «Спутником». Большое им спасибо за это. В 2000 году первый раз я попал на Домбай в составе туристической группы. Мы отдыхали в санатории МВД Железноводска. И с тех пор я полюбил эту землю. Поэтому при любой возможности, когда она появляется, стараюсь хотя бы на несколько дней посетить эти великолепные места, гостеприимный народ. И соревнования, которые сегодня прошли, получили очень большое удовольствие. Хотелось бы сказать огромные слова благодарности руководству МВД по Карачаево-Черкесии, руководству следственного управления, которые в это непростое время для страны, они занимаются воспитанием подрастающего поколения и прославляют органы внутренних дел. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи.